Все, я поставил на запись. С вами доктор Папа и Кирилл Злой Котяра. Который хочет своровать один кусочек меди. Зачем тебе кусочек меди, бро? Для шапки. А, бери, хорошо. Один? Ты 20 чем-то забрал, чувак. Ты не знаешь, как на один разделить или что, я не понимаю? Нет. Блин, я тоже не знаю, походу, сейчас. Слушай, реально же тяжко. Это я могу тебе дать... Я тебе могу дать один, кстати. Или ты уже взял? Я уже взял. А, ну надо очень долго разделять. Как-то непонятно, да, система. Ну ладно, там это... Если еще что-то будет надо, можешь брать. Так. А ты меч акулы куда дел, кстати? Ты положил обратно, что ли, его, или как? Или у тебя как он одет? Ты уже знаешь, что сделать? Ты поставь броню под одежду. Вот, как я сейчас. Я точно так с броню под одеждой хожу. Подожди, подожди, тут опасный мобы вначале, ты поосторожней. Ну, тут все мобы опасные. Думаю, ты сам заметил это. Тут особенно птицы. Птицы, ну да. Ты еще в шахте не был. У меня был моб, который, сука, за раз просто убивает. Спасай, Кирилл. Не трогай баранов, они добрые. Как тебе мой урожай, смотри, как тебе? Что-то съедобное. А, да все съедобное, чувак. У меня там это, есть целый отдельный... Хрен для этого, для всего этого, понял? Там, ну, целый отдельный сундук лежит, короче. Можешь посмотреть, кстати, вот тут посередине, короче, сундук. И в нем именно отдельно семена и все такая фигня. Да, блин, надо поспать мне конкретно вообще. Дверь с корабля. Да, это не мой корабль, если что, я с другого корабля обокрал. Кстати, вот, ребят, это, ну... Вот те, кто смотрит сейчас, ну, типа, новые зрители, все такое, ну, вообще просто зрители. А, ну, с апдейтом сейчас с новым, ну, все снесли полностью. У меня не было ни интернета, ни нормального рабочего компа, по сути. Вот период, когда я играл вот в одиночку, вот это все нафармил, чтобы сейчас видеть. Я не мог, короче, записать. Ну, короче, мягко говоря, на ноуте играл. И поэтому у меня бендикам бы тупо не записывал ничего. Так, ну я сейчас тебе покажу, тебе расстраиваться, если что, Кирилл, тут прям рядом где-нибудь. Если хочешь, можешь сразу у меня прям этажик вверх делать, и все. Тут небольшой этажик для себя чисто сделать. Либо рядом просто домик, через дорогу поставить. Только ты все же разровняй, короче, и все красивое сделай, как у меня. Вот, допустим, вот тут, смотри, вот. Да что ты закрыл дверку, блин? Вот прям вот здесь, вот прям вот это, если все разровнять, смотри, вот это все. Я тебе сейчас разровняю, у меня кирка хорошая. Так, ты стену ломай, пока я ломаю это, ты ломай стену. Вот до туда, короче, там пусть ограждение будет мобов. Сейчас я его поставлю чуть-чуть выше, где-то вот так. Все, вот нормально, чтобы было. Стену надо отпиздить. Нет, то не надо ограждение, это перебор. В шахту, чтобы заходить, если что, или выбраться с нее. А просто, ну, туда, чтобы пройти, можно было, но чтобы мобам было нелегко это сделать. Потом уберем, ладно. Я пойду пока моба отпизжу этого. Блин, я сматерился и забыл. Ребят, извините, ну ладно. Ничего такого, я думаю, в этом нет. Один мат проскочил. Я знаю много тех, кто не ставит ограничителей. Кирилл, что ты молчишь? Ты стесняешься? Я молчу, потому что нечего сказать. Ну ладно. С микрофоном так непривычно с тобой разговаривать. Да. Моя фигня с двух ударов лупит, которая у меня в руках. Но она медленная, но лупит с двух ударов. Кстати, тут все убогое в начале в этой игре. Сейчас в начале все убогое, все оружие. Ты, наверное, видел уже, да, верстаки или нет? Видел. Все, полный кал, короче, бессмысленно сейчас вообще что-либо брать. Сейчас пойдешь со мной в шахту, у меня там очень классная шахта. Ну, пока дом вначале надо тебе помочь расставить. С него кожа дропается. Если у тебя есть кожа, то сразу мне скидывай, короче, потому что кожа очень нужная штука. Одна штука есть, кидай вот сюда, в сундук, в этот, ну ладно. Вот этот сундук, сюда, короче, кожу скидывай, вот в этот, который ты сейчас видишь. Такое. Так, тебе мяско там надо или бинты? Бинты есть, 10 штук. А мяско? Миско тоже есть. Ну ладно, будет надо, скажешь. Пока ты делаешь дом, я там пойду еще одну, ну, один этаж этого сделаю. Короче, теплицы.
Так, я тут по случайке чуть сделал ниже. Ты кого-нибудь смотришь из летсплейчиков? Из летсплейщиков, точнее, или нет? Ты такое не любишь? Нет, я такое не смотрю. Да хорошо. Я тоже такое не смотрю на самом деле. Но и зато сам снимаю. Не, я только некоторые летсплеи Хавана смотрел, потому что они интересные. Ну, только старые, не новые. Новые ужасные какие-то стали. Я по цивилизации пятой смотрел, то даже там немного тупил. Я намного лучше в цивилизацию играю. Я думаю, кстати, потом по цивилизации снимать. И по всяким умным игрушкам, потому что я в тупые не играю. Там героев пятых, например. А ты в что играешь вообще, кроме таких вот игр, которые мы сейчас с тобой играем? Starbound, там, Tenki? Я уже даже не помню. Starbound первая игра, кроме Tenki, за долгое время? Вообще, в Battlefield играл. В третий? В четвертый. В сингл или у тебя лицуха? В сингл. А, ну я понял, ну нормально, чё. Ну и по мелочи играл в Minecraft. Ну, Майнкрафт, да, но Майнкрафт он затягивает, но ненадолго. Я в него тоже очень долго играл вначале, у меня даже свой серф был личный. Ну, еще, ну, как бы у меня был и старый серф, и новый потом еще был после этого. А вот который уже когда я стал популярным в какой-то мере. Относительно, я бы не сказал, что я прям популярный какой-то. Когда есть всякие Джафары, Амвей, там, Блэк Сильвер, Уфа и т.д. То нынче популярным не станешь. Black Silver? Это вообще кто? А, там человек один. Не заморачивайся, он, ну, летсплей снимает. О. Ужасный. Да таких много же, сам думаю, знаешь, летсплейщиков всяких. Ну, может быть, знаешь, если нет, то даже твоя психика еще в порядке. Ну, летсплей еще должен быть в какой-то мере веселыми, то есть, ну, у них должна быть душа. Я считаю. Хотя в наших вот есть душа, как думаешь? Пусть зрители решают. Да, но зрителей очень мало пока что. Со временем подтянутся. Ну знаешь, меня устраивает даже то, что там 200-300 набирается просмотров. Я же даже никак этот канал не продвигаю. Чисто стоит, рекомендую их на основном. И все, если видео отдельное сделаю, то сюда, я думаю, сразу чек хотя бы 500 да подтянется. Самое что интересное, да, вот фанаты они есть, но они даже не смотрят рекомендуемые каналы никогда. Как так вообще? Негодяи. Да. Не, ну не могу фанатов назвать негодяями, это ж фанаты, они хорошие ребята. Некоторые, кстати, овощи и фрукты не растут рядом с другими, им нужно отдельно выделять поместья какие-нибудь, короче, вообще жесть. Ну не то, что поместья, а какие-то, какую-то местность. Вот. Так. Мне нужны ступенечки сейчас. Я тут все по-жесткому обустроил, думаю, сейчас все тут, кто смотрят уже, вот кто до сюда дошел, удивляется. Просто там, как я тут расстался. Но я тут серьезно играю, потому что тут не полетаешь сейчас по другим планетам. Сейчас уже игру сделали, ну, баланс ей добавили, короче. Уже сразу не полетаешь, как у нас было, что мы сразу полетели и всех разгибали. Деревом уже не заправишь. Да. Чай. Зато уголек прокает. Но его стало мало. У меня угля 200 с чем-то. Его а очень много в шахтах. Ну, это может твоя планета такая. У меня в шахтах очень много всего. Просто нужно копать глубоко. А там, докуда я докопал, там мне уже просто капец. Ты не представляешь, там столько всего у меня уже. А, я ступеньки хотел взять, вот точняк. Блин, ладно. Вот, мне кажется, там три где-то ширина. Вот отлично, я все продумал. Мне нравится, что тут если падаешь на овощи, то они не портятся. Как в Майнкрафте, понял? Ну. Это вот тут меня очень радует. А что мне не ставится? То, что... А, то, что я там стоял, все. Я понял. Так. Я тут тоже с песочкой сделаю стену. Так. Давайте, когда вот персонаж целый получается. Ах, я не так ставлю. Я дурак. Песок, кстати, очень полезный. Вот я не думал, что он настолько полезный, насколько он реально полезный.
получится у меня симметрии здесь. Ну пофиг тогда, просто буду ставить от себя. Нет, у меня не два точно. Блин. Я перфекционист, понимаешь, мне нравится, когда везде симметрия. Что там у тебя с домом, как успехи? Неплохо. Сильно большой же, но я думаю, что не стоит строить так чисто для себя. Главное, чтобы сундуки влезли. Ну да. Я отдельно буду хранилище делать потом, как бы так. Ох. 10 платина, что-то как-то. У тебя платина есть, слушай? На планете у меня куча серебра и платины. Просто у меня серебра очень много, но платины вообще нету, кстати. Слушай, а с кем платину я сделаю слитки с нее? Или у тебя уже слитки? А у меня уже 10 слитков. У меня 5 там слитков есть, кинь я в общак, кину, короче, может, что полезное потом можно будет сюда замутить. Сейчас. Слушай, это круто, что у тебя платина. Не-не-не, не в этот общак, там вверху есть общак для слитков. Увидишь, короче. Увидел, нашел, все. Там платины тоже лежат уже. Слушай, а тут реально телепланеты-то отличаются. На каком, на каких-то платинах, на каких-то там железо, то прикольно, да, вообще? Вот раньше такого не было. Раньше оно было по-другому, блин, вообще. У меня, кстати, есть дверь такая элитная, сейчас ее поставлю, скорее всего. Себе. А где ты взял свою дверку? Ты у кого-то ограбил уже? У меня на планете было. Кого ты уже грабанул, скажи? А каких-то дагестанцев. А что дагестанцев именно? А потому что с кем-то луками ходили. Поэтому дагестанцы. А дагестанцы с луками ходят? Ну, денег на автомата не хватило. Я понял. Так. Мне как-то казалось, что у тебя голос другой будет почему-то. Ну хотя он хороший на самом деле. Мне казалось, что он более школьный, вот. Так будет правильней. Ой, не то. Вот, вот. Смотри-ка, у меня дверка теперь. Ух, элита. Да, забетонированная, блин. Я умираю от голода, блин. Я успею поесть мяско. У меня бургеры есть, кстати, уже. У меня очень много хлеба. У тебя есть мяско сырое, кстати? Сырое есть, 6 штук. О, кинь сырое сейчас мне. Я сейчас 6 бургеров сделаю. Как ты сквозь дверь кинул? Читер. Так, сейчас бургеры будут. Много бургеров. Мне нужна еще кукуруза, но у тебя он как раз есть. Кукуруза вообще шикарно. Так, карот, потейто, томато, блин. У меня нет ни потейто, ни томато. У меня есть сахар, но нет молока. Слушай, надо молоко где-то найти. Кэнди, а куда ты убегаешь? Домой? Да, в этой игре еще молоко есть. Да, да, эта игра. Вот, кстати, патч реально классный. То есть прям дохера чего добавили. Мне очень нравится, вообще прям очень-очень нравится. Прям не просто, прям вообще шикарный. Шикарный патч, игруха стала шикарная просто. Ну, это мое мнение, я не знаю, кто как думает. Как ты думаешь? Я думаю, что тут стало намного лучше, да. Правда. Прям столько разнообразия добавили. Просто за один патч такой малюсенький, а разнообразия дофига прям. Только обидно то, что вайпнулось. Я один наружку убил босса. Я думаю, что вайп это даже к лучшему. Че ты? Мне наоборот вайп больше нравится. То, что вайп типа провели все такое. Смотри, что я могу сделать сейчас. Ну, пока не смотри, пока еще делай там свое. Я покажу, что я могу сделать потом. Хотя, нет, это пока не круто, это пока бессмысленно. Я замерзаю. Это плохо. Иди ко мне к костерчику. Давай. Я буду сейчас дом переделывать чуток. А что ты брик не делаешь? У меня очень много кэблстоуна. Хочешь, дам тебе, будешь каменное делать. Ну я вокруг сделаю. А, ну окей. Типа внутри деревянные стены. Ну не, это будет не круто, слушай, потому что оно много будет занимать сильно. А зачем ты прям впритык сделал? Как ты будешь на крышу запрыгивать, например? Сделай, наверное, этот, ну не прям, ну да. На дверью небольшую, то как у меня вот здесь кос, видишь, вот такой, типа. Окей. Steam Universe какое-то объявление сейчас объявил, у меня показывает. Я без Steam. Ну у тебя что? Пират. Фу. Криса. Как тебе мой камешек, который сейчас ставлю, смотри.
Вот этот крутой. Элитный. Санек элитарным становится. Не, я хочу вот реально вот сейчас по-серьезному играть, а то первые летсплеи были такие детские какие-то, ну, несерьезные, короче, подход был у меня. У тебя какие там еще слитки есть? Если что, вообще поскидываешь, потом это, ну, все равно, как бы, я же буду делиться в любом случае с тобой, как бы, все, что там надо, если что, там, тебе что-то надо, там, ты забираешь часть моего, там, мне что-то надо, там, часть твоего, ну, ты понял, соль. Птичка, тут жестко, конечно. Да, у тебя что, на планете легче? У меня не... хотя бы... маленький радиус обстрела. Не-не-не, у меня очень жесткий чувак. Я домой могу тэпаться за то. Кстати, ты заметил фишку, что из шахты можно теперь домой тэпаться? Домой? Да, из шахты, ну на корабль, в смысле. Не, у меня нельзя. Можно, я тебе покажу сейчас. Ну, не прямо с глубины большой, короче. Надо глубина, чтобы была небольшая. Короче, я тебе покажу, потом посмотришь, как читерить надо в этой игре. Я уже додумался до читерства. Так, интересно, чем эта стена отличается? Ничем. А в чем смысл? Я не понимаю. Я сейчас дом, наверное, расширю, молясь. Мне обидно, что все стоковое, слабенькое очень. Сейчас, ну, стандартное, типа, оно все такое прям несерьезное. У нас только серебра, сделать из него ничего нельзя. У меня тоже серебро 100 с чем-то, кстати. Там, ну, а у тебя сколько? Поменьше, конечно. 40. Ну, это немного. У меня очень много серебра в шахте тут. Но у меня и угля всего достаточно тоже, на самом деле. Так, тут только это не пройдешь сейчас никак. У меня больше нет стены, кстати. Блин, у тебя там кроватка есть дома? Есть. Хорошо, я скоро буду у тебя, значит, мне нужна кроватка. Спасай меня, если что, от смерти. Будет очень не круто, если я сдохну. Кстати, стеклянный пол, интересно, как он будет смотреться? Не знаешь, круто думаешь или нет? Мне кажется, не очень. Если с деревом, то не очень. А с чем надо? С кем-нибудь камнем. С камнем было бы неплохо, мне кажется. Если каменная стена, ты имеешь в виду? Да. Ага. А хорошо. Какой-нибудь элитный камень. Да, у меня камень только вот этот элитный, у меня много элитного камня нету. У меня там есть такая штука, канализация подземная. Может, ты видел такие штуки, короче? А, да. Вот, я оттуда позабирал этот черный камень, который вот этот сейчас ты видишь. Там ну, наверное, только первый этаж сделал каменный, второй деревянный. Мне кажется, так это еще элитнее будет казаться. Птичка, птичка. Сколько у тебя пикселей, кстати? О, мало, 79. Да, у меня было 2000, с чем-то я потратил там на всякие улучшения. А до вайпа было 6000, печалька. У меня до вайпа тоже было дофига. Ну, хотя не, не то, что прям дофига было. У меня этот, короче... Какие-то Scarvengers Graves, короче. И меч Scarvengers Shell. Я вот это такое, ну, такое, короче, понял? Смотри, я тебе показываю сейчас. Угу. Вот такое оно у меня. Все, сейчас вот ну, такие ботинки. Сейчас. Покажи себя в броне. А что, а грудь у тебя какая? Она грудника пока нет, я бомж. Я понял. Но у меня нормально, у меня, видишь, я не совсем бомж. Как-то. Во, вот так буду ходить. Что-что? Вот так ходить буду. Да ну поставь все равно одежду, она покруче смотрится, когда одежда стоит именно. Ух, ё-моё, я замерзаю. А давайте дам сейчас это. Надо фокусить. Ладно, у меня просто теплая одежда есть, она не дает мне замерзнуть никогда. Так тыпайся домой. Че думаешь, второй этаж деревянным оставить или тоже каменным сделать? Ну, вообще не знаю, Дим, как хочешь. Совет, прям, совет да, от бога. Совет, конечно. Лучший советчик войны. Второй дедовой.
Хорошо, что тут стекло не ломается, если ты его разбиваешь. То у меня уже рефлекс от Майнкрафта, что я сейчас стекло сломаю, блин, оно сломается. Так, только ты там своим пока занимайся, не отвлекай, если чем нет. Все, 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 все. Можно теперь ставить пол. Пол, наверное, лучше поставить вот таким. Кстати, а вот надо уровень пола посмотреть. Уровень, 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 вот. Все, хорошо. Как тебе мой камешек, которым я ставлю пол? Опять где-то элитный камень, да? Да у тебя вообще чего только нет, слушай. Ну зачем ты одинаковые делаешь? Это же на этого бога выглядит. Mm-hmm. У нас очень мало места остается. Mm-hmm. Туда ж потом не запрыгнуть нормальному человеку. Понимаешь? Так, а где мой камень этот? Ну что за Heavy Stone Brick. Блин, а тут я поставил криво. Фак, птичка. Че ты меня не спас? Кирилл, ну. Ты же мой деф. Мой капитан деф. Она тебя затащила, да? Я только помешал на вообще с одним ударом. Бешеная птичка. Хорошо. А че у них уровней больше нету? Тоже не. Ау, да она еще при смерти дамажит, слушай. Зато хп много. Да, у меня очень жесткая планета на самом деле для начала, прям. Вообще, прям, ну не для детей, так сказать. А 18 плюс. Да. Правильно ты говоришь. Так. А, вот этот камешек. Где мои элитарные дверки? Где мои двери, Кирилл? Ладно, ты знаешь, наверное. Ты не знаешь, наверное, точнее. Так. Мне что-то в ВК написали, я не могу посмотреть. Господи, чел, который в клан за голду просился, пишет, если больше голды дашь, примите. Пишу, нет. Нужно будет девушке сказать, что я записываю, если что, а то он позвонит. Раньше, кстати, мобы на свет не шли, по-моему, правильно ж? А сейчас идут? Да, они сейчас идут на свет. Считаю. Они вообще везде идут, куда хочешь. Ну вот эти полосатые стекла сделал, я понял, мне не нравятся они полосатые, мне нравятся квадратненькие. Вафентрагеры такие. Ты натягивай до конца стрелы, ну чё ты? Дом нормально утром, днем точнее, ну ночью точнее не построишь. Слушай, я все что угодно сказал, кроме того, что на самом деле, блин. Мне кажется, или ночь стала длиннее? Не, оно все одинаковое теперь. Блин, тут заборчик, нет, там еще есть планки, да, под низом. Все, вроде. Второй этаж надо все-таки повыше потолок сделать на одну хотя бы планку. С чего же стену делать, интересно мне?
У меня ничего элитного, кроме дерева, нету. Дерево не элитное, нифига. Если с забора делать стену, это совсем не круто, мне кажется. Из забора? Да. Ну это же можно сделать, легко организовать. Так, я пока тут заборчик есть, позабираю, а потом придумаю что-нибудь с ним. Так. Ну что ж. А сколько у меня у того блока? Золотишко. 4 только. 1, 2, 3, 4. Так как раз, вообще шикарно. А что он не ставится? О, все, ставится. Смотри, у меня даже эта фигня элитная. О, блин, начинаю мерзнуть. Нужно одеть эту шапку другую. Все, я не мерзну больше. Все, я теперь в тепле. Просто из-за шапки я теперь в тепле. Я тебе потом тоже эту шапку сделаю, если мы кожу нафармим. А что ты пришел сюда? Ты мой по планку смотришь, что ли, или что? Не так. Просто так? Хочу своровать что-нибудь. Не надо. Конечно. Спасай меня, пожалуйста, Кирилл. Опять это. Прилетели. Только не матерись. А я говно это не мат. Не, я знаю, я просто говорю заранее тебе, что ты не матерился. Я-то тебя знаю, ты такой, что начнешь материться. Ух. Блин, я неправильно сделал. Это долго, ночь идет. Уже хочется выбраться хоть. Нормально, ночь идет. А, блин, да что ты делаешь? Да, блин, дверь сразу отвалилась. Ну где же крепкая дверь, блин? Что ты там так нажимал сильно? Все. Я ж испугался. Я утро. Ты ура, только хотел ура, ура. Утро, и вот оно. Ух, нет, идет, нет. Да что ты такое, что с тобой? Че ты опять материшься? Я не матерюсь. Что ты сказал сейчас? Мне показалось? Да. Я сказал, ух ты, нет. Да я ж слышу, что ты говорил, не ух ты. Не надо. Вот это вот. Не нравится мне канализация. Спасай, пожалуйста, Кирилл. Ты уж сейчас на меня сагришь. Хотя не, на себя сагрил. Ну тогда все в порядке. Чего они на меня так агрятся? Я не понимаю. Чем мне такое? Я что, золотой, что ли? Что? Блин, серебряная кирка очень сильно ломается. Даже бронзовая так не ломается. Заметил, не? Какая кирка? Серебряная быстрее ломается, даже чем бронзовая. Я думаю, что у меня нет серебряных. А. У меня уже урожай почти готов. Ох, кстати. Нет, не кусай меня. Ты почти сдох. Это очень круто. Это не очень круто. Добрых мобов не надо трогать. Он добрый, не надо. Мяско, мяско, мяско. Крис. Крис. А зачем ты убивал себе людей добрых? Я даже еще никуда не ходил, чтобы посмотреть, есть ли у меня какие-нибудь люди или нет. Это первая планета? Что-что? Это планета первая, да? Да. Значит, кто-то должен быть. Что-то должно быть? Да. Ты урожай пытался собрать или что? Нет, я просто смотрю. Планеты, где написано Эрит или что-то такое, они вроде как населены. Угу. Там будут либо постройки, либо вот такие военные базы. Что-то типа. Я понял. О чем ты? Мне стены не хватает, блин.
Да что ты хочешь, Кирилл? Хочу походить. Да ну... Занимайся своим делом. Ты что, дом уже доделал? Нет. Мне так... есть чего делать. А что ты хочешь найти? Что тебе надо? Ничего, хочу ограбить кого-нибудь. Не, что тебе надо, скажи мне. Все, что есть. Не, ну если серьезно, что тебе надо, я тебе дам. Не надо ничего грабить, мы играем нормально, чувак. А, мы дом пора. Не, ну просто мы играем нормально, мы не грабим. Хорошо. Вот такое окошко более-менее получается. Так, через сколько оно сделано? Через... Так, три. Через пять, значит. Вот здесь надо ломать. А тут получается... Раз, два, три, четыре. Да, все. У меня какие-то низкие окна получаются. Заниженные. Да, как тазики. Так что тебе надо, если серьезно? Дерево или что тебе надо? Окошки. Кто? Окошки. Окошки? Стекла в смысле или что? Да. Сколько тебе надо стекла? Ну, штук 20. Сейчас хотя... дам, сейчас. Иди сюда. Потихонечку, давай. Так. Мы работаем как будто бы на чужой земле, знаешь. Иди сюда. На. Забирай. Должно хватить. Но этот синий, который ходит по моему дому, не нравится. Да забей на него. Ну забей на него. Он безопасный. Он, ты вышел, когда он не агрился, он безопасный, не надо его трогать. Как-то мне простое стекло не очень нравится, но полосатое деревянное тоже не круто смотрится, мне кажется. Или мне просто кажется. Я прям такой дом офигенный делаю. Что ж ты ходишь так у меня дома все время, я не понимаю. Чему тебя так привлекает? Смотри на дом. Какой он. Мне он как-то не очень нравится. Где верстачок? Вот верстачок. Я его прям сразу на входе поставлю. Это кулинарная фигня, это не верстачок, блин. Я его перепутал с верстаком. Ну вот верстак, хорошо, ладно. У меня теперь прям верстак дома есть, прям ухо-хо. Так. Пока утро, может куда-нибудь сходить? Да наоборот, зачем? Никуда не ходим, мы только в шахту ходим сейчас. Зачем вот этот кирпич вокруг? Это ужасно просто выглядит, чувак. Ну что за фигня? Ну хотя бы, ну... Это ужас, реально, со стороны это ужасно. У меня, блин, сердце останавливается, когда я вижу это. Ужас.
А где все наши? Кверти. Кверти, не знаю, берет трубку. Не хочет. Он обиделся. Наверное, не знаю. Я смотрю, как все продумано опять. У тебя есть какие-нибудь именно эти руды? Еще не расплавленных нету. Все расплавил уже? Да. Крысюк. Ну, вообще. Там где-то в патчноуте читал, что можно в апдейте там четвертом приручать домашних животных. Ну да. То есть вот это вот синее чудовище, то что сейчас по пулю ходит, можно приручить. Ну да, оно будет с тобой бегать. Наверное, оно, наверное, меньше станет. Как в Вове было. Так это же Вова. Что это, Вова? Да. Ты юморист? Конечно. Так. Шутки за 200. Так, отлично. Ну так мне явно нравится больше. Может сделать деревянные эти штуки вокруг окон, не знаю. Мне тяжело решить. Сразу видно, чей дом элитарней. И видно, кто в доме хозяин сразу. Конечно, я. Да, да, кто же еще? Так, блин, да что за говно? Не вижу, куда пропал верстак, вот он, все. Куда пропал верстак, Кирилл? Убежал. Мне вот нравится очень логично. Костер на верстаке стоит, это так логично. У меня наковальня на столе стояла, деревянная, тоже неплохо. Ну, у меня наковальня стоит на печке, это еще хоть как-то. Вот так нормально, мне кажется, кроватка. Так, теперь можно поставить эту фигню. Вот так вот. Вот так вот, слышал мою? Я только сейчас понял, что я сказал. Да что этот моп? Из-за него эта музыка тревожная, вечно, бесконечная. Слушай. Она людям дает. Да, и сейчас я думаю над этим тоже. Сейчас, подожди, пока не трогай его. Может, у него бомбу скинуть? Не надо. Там огород, да. Да мы вот работаем, не надо никуда ничего кидать, особенно в огород мой. Я же люблю свой огород, а ты? Я сейчас сам с ним разберусь, ты пока разбирайся со своим делом там. Чего не могу стульчик сделать? Вот стульчик, я его просто пропускал вечно. Скоро магаз будет работать, это будет самое крутое. Ну тебя ж не будет, ты ж не на офи. Вообще крыса. Как тебе не стыдно вот играть так? Неофициальный. Прикольно, эта лампа, оказывается, вешается.
Я не могу, сейчас я посплю, этого моба пойду убивать. Мне эта музыка так надоела. Просто вообще жесть. Он еще и застрял, мне урожай портит тем, что он там находится. Урожай не растет, куда он там находится? Не, растет, просто я так лишь бы сказал. А то там в комментариях начнут орать. Вот ты не прав. Администрация. Так. Я почти выспался. Все, можно идти убивать. Сейчас я покажу, как надо наказывать. Только надо поменять оружие. Точнее, вот, у меня 12 защиты. Защиты теперь много реально, и все этой силы всего. Ну что, крыса, давай. Я с двух плюх убиваю, зачем ты мешал? Подкрысить решил. У меня киви, кстати, даже есть. Прикинь, киви есть. Киви есть. У меня томат. У тебя томат есть? Где томат? Слушай, скинь. Скинь все семена, которые у тебя есть. Семена скину. Семена. И не только семена, все скидывай вообще. Я к себе закину, я тебе мяско дам. Есть можно только мяско, все, что выращивается, это то, что я кулинар буду, ну, как и в реале, короче. Так, а сколько тебе мяска дать, или у тебя есть мяско? У меня уже одно мяско есть только, так что там чуть-чуть. Сейчас я найду его, где, ну, блин, где 20 мяска? Ты что, забрал 20 мяска, слушай? Я не забирал 20 мяска. А, не, вот, есть, все. Тебе повезло, что ты не забирал, потому что ты бы сейчас был мертв. У меня, во-первых, не 20, я оказалось чуть меньше, то, что я бургерки делал, на. Тебе потом пофармим еще, если что, мяска. Станок надо поставить теперь дома. Тут есть место еще для кулинарной штуки. Опять ночь. Ночью я уже, кстати, сразу заметил, потому что опять ночь. Еще удивился, что у тебя не подгорело по этому поводу. О, я еще могу бургерок сделать, отлично. Могу еще хлеба сделать очень много. Так, надо пойти наверх, ставить эту штуку, строить вторую сейчас. Только надо кабел, кабел сделать. Это как кабель, только кабел, понял? Так, мне нравится больше всего упакованная земля. Это так логично. Это логичнее этого ничего нет, да. Ну, fake it dirt, понял? Fake it грязь. Я что-то с голосом вообще не понимаю, надо откашляться. Я теперь, кстати, на капсе написанный доктор Бапа. Я так хотел с самого начала снимать вот летсплей, ну точнее, ну с самого начала, ну ты понял, о чем я, короче, думаю. А не получилось. Не получилось, потому что... Пришлось как Криса делать. Да. Из-за компании получилось, мне очень, очень жаль. Кстати, а насчет железных блоков. У тебя много железа, слушай, или мало? У меня всего лишь 14. Блин, пока мы... У тебя слитки именно? Да, слитки. Потом скинешь. Ну а что ты думал? У нас все общее, тебе что, жалко, что ли? Я с тобой, если что, поделюсь. Ты со мной поделишься, если что. Все нормально. Знаешь, если зачем я вот эту стену делаю, ну, которая типа в этом идет, ну, внизу, понял? Какая стена? Вот это вот, ну, вот это, которое сейчас я убираю, понял? Ну, вот это. Зачем?
Ну, во-первых, факелы, когда свет светит, оказывается, лучше растет вся эта фигня. Ну, это даже факелы, чтобы ночью быстрее росло. А во-вторых, ну, типа, оно что, по логике было, что оно типа реально поддерживает, понял? Что земля не в воздухе, потому что, ну, мне нелогично получается, и мне грустно из-за этого. Ну, ты не забывай, в какую игру играешь. Ну, конечно. Логика. Не, ну, логика тут нормальная, на самом деле. Ну, не везде, конечно. Ну, вообще ее достаточно. Так, сейчас у меня появилась идея неплохая. Идея ведь реально неплохая. Даже очень неплохая, я бы сказал. Так, сколько бы тут сделать расстояние? Ну тут сколько? Я буду с этим очень долго париться, я передумал делать свою хорошую идею. Ах, вечно это то, что нельзя ставить, блин. Что опять поставить-то нельзя? Да, ну то, что нельзя прямо на воздухе брать и делать стену. Меня это бесит. Я понимаю, что это в какой-то мере логично. Вот эти столбики на двойные не можешь сделать. Вообще, их, мне кажется, двойными лучше будет сделать, да. Действительно. И здесь поставить еще вот так. Так, вообще прям я молодец. И тут вспоминается фраза: себя не похвалишь, никто не похвалит. Да что ж ты так откашливаешь много? Я что, умираю, что ли? Кирилл, ты бы расстроился, если бы я умер. Ну, есть такое. Командира клана бы не было целого. Ну, вообще. Кто бы командовал на Гикей? Хотя без меня же справляются нормально, ребятки. Блин, не могу, вообще жесть какая-то. Я что, заболел, что ли? Я не хочу болеть. Ужас. У меня еще ухо болит немного, может это потому, что я заболел. У меня вот этой уже синей фигни, которая моя, типа, понял, у меня уже ее несколько стаков моей земли. Стаки по 1000 там, да? Да, у тебя что, стаков не было еще ни разу? Да, только опять же на своей памяти. А тут еще не было ни одного стака? На это я мало копал. Ну, при этом у тебя серебра много, и ты уже кого-то успел разграбить. Ну, ты говнюк. Я понял. Говнюк. Там 25 пикселей с одного падает. Плохо. Так. Так, мне что-то опять ВКонтакте написали. Надо отвлечься на секунду. Hmm.
У меня приятель, короче, на пиратке пользуется, ну, изменением логов, понял? Ну, типа, и пишет, что у него очень много всего. Ну, и зачем? Читер? Да, типа читер. Криза. Для себя. Так, у меня упакованной грязи как-то не так много. Блин. Да ну что ж такое? Ты тоже песок одним, ну, разом разбиваешь, правильно ж? Или у тебя кирка есть? Да. Прям в одно мгновение. У меня факелков столько не хватит, чтобы тут все обставить, блин. У тебя есть факелки? Нет. Должно быть. Ладно, я сам сделаю. Нет, вообще нет. Угля нет. Пойдешь со мной в шахту, у меня очень много всего. Так вот это значит не нужен. Питомцев можно было, кстати, по-моему, раньше приручать. Или, ну, это просто, по крайней мере, было, что, ну, показывало, что оно есть. Не знаю, значит, не было, раз это... Раз ничего не было сказано по этому поводу. Вот это у меня уже получается, эта фигня жесткая. Ну, это, короче, теплица, типа. Ты меня злишь своей логикой. Сейчас я все исправлю. Я начинаю очень сильно злиться. Саша негодует. Ну, вообще, Саня, мне не хочу, чтобы меня Сашей называли. То ты еще сейчас услышишь, и будешь Сашей меня называть, и все. Мне захочется тебя убить. А мне не захочется умирать. Почему? У тебя есть эта фигня еще? Хотя тут хватит, походу. Ой-ой-ой, песочек посыпался. Я не случайно, точнее не специально, не случайно, блин, сказал. Все. Так, мне надо будет скоро отойти. Но ты ж, тебя ж нельзя одного оставить, блин. Конечно. Ну ты ж сразу это начнешь, блин, ходить сюда разрушать. Ходить можно только в шахту пока что и все. Которая вот тут рядом. Моя шахта. Наша, точнее. Так будет правильно. А то я все мое. Вот. Что такое? Огородик тут будет. Ну, естественно. Ничего. Зачем я делал, думаешь? Ничего себе. Дом такой серьезный, да? Ох, птички, так. Птички. А ты ни в какие мы мохи не играл? Не помню.
какие-то игры, это название даже не помню. Как так? Так. Я играл в Lineage 2. Оу. Минут 30. А что так мало? Потому что не понравилось. А что понравилось? Не нравятся такие игры вообще. Где-то а что нравится? Где всякая магия, вот это вообще не нравится. Ну чувак, тут тоже есть всякие технологии. Ну так технологии, это ж не магия. А вот что тебе нравится из игр, кроме Terraria, фу, кроме Starbound? Вот Starbound же понравился, правильно. Удивительно, но танки? Ну кроме танков, ну танки это понятно, ты ж них задротишь. Пойди конечно. Как тебе не стыдно вот так задротить? Такая статка хорошая. Что ж, хочется тебе говорить, что ты задрот, хотя ты на самом деле просто игрок хороший. Что ж так быстро есть хочу-то? Теперь перед всем буду хвастаться. Меня сам Саня назвал хорошим игроком. Не, ну если ты хороший игрок, то что сделаешь? По IP вычислишь. Я же запер от личной жизни, нет. Да ладно. Вообще, короче. Ёп, куда я упал? Да что ж ты, блин, какими ты словами разбрасываешься? Нехороший. Где японский бог или ё-моё? Стыдно так говорить, да? Тебе нужны грибы? Мне грибы? У тебя много грибов? У меня на планете грибов. Ну, грибы, да, не помешали бы немного, там, грибные блоки хотя бы сделать, например. Сейчас, нарую. То есть, я на планете уже, да, сейчас? Да, я сейчас у себя. Крысишь грибы? Я просто сажу, пока дождь, понял, но когда дождь, оно лучше цветет, типа, тоже. Блин, что бы вначале посадить-то? Вот это пусть растет. Поначалу я не знаю, я даже не помню, что это. Так, это что, морковочка? Какие тебе семена вначале дались, кстати? Какие-то желтенькие, круглые. Ага. Ты же их отдал, да? Нет. Я их даже с корабля не забирал, по-моему. Я их, по-моему, у тебя забрал с корабля. Крыс. Да, закрысил. Фу. Как таким можно быть? Самое главное, надо. Что на сервере планета моя, на самом деле не моя, та, что в одиночке. В смысле? А у тебя какая в одиночке? У меня нормальная. Ну, не типа не это, не грибная? Не грибная, да. Странно. Тогда было вроде одинаковые, правильно? Тогда были одинаковые. Да. Ну потому что там я даже не высаживался на планету. Так, ты типа следишь за мной? Типа грибочки. Грибы приносят только тихо. Слушай. Незаметно, да, так? Так, кэрот, морковка. Че еще не посадил-то? Сахарок здесь. Так, бульбы здесь. Ты знаешь, что такое бульба? Картошечка. Доктор папа. Мне самому мой ник доставляет. У тебя никаких семян больше нету? С собой нет. Да и вообще нет.
Почему с сундука? Нет. На корабле. Хорошо. На корабле. Я начинаю от голода умирать. Виноград очень мало пополняет, мне надо мяско есть. Все, теперь все хорошо. Что ты мне кинул только что? Я случайно выкинул мяско. В смысле, какое? Где мяско? Не мог ты его выкинуть. 10 мяска выкинул. А, чуть от 10, где ты накрытил уже? На. Ох, ничего себе, 10 мяска. Так. Так, я все посадил. Осталось сделать второй этаж, и мы уходим с тобой. Все самое тяжелое позади. Неужели в шахту? Да. Да. Ты можешь уже сам сходить в шахту, на самом деле. Ты такой, ты мне только об этом сейчас говоришь. В шахту в какую сторону? Вот тут, прям подо мной, шахта, сразу под домом. Да. В которую я упаду и умру? Там спуск нормальный, там все продумано. Ох. И ни разу не крыса. Чувствую. Так у меня нет факелов. Ты можешь дверь с корабля принести? Зачем? Зачем тебе моя дверь? Ты ее хочешь украсть? Я не вовремя. Ну, мне надо дверка с корабля просто. Сейчас надо тпшнуться на корабль. Бедная. Я бедная дверца. Я буду тебя помнить. Дверца. Любовь. Да ты в сингле можешь дверцу взять. Давай сюда. Давай, скинь мне. Че ты ее ставишь? Ты что, офигел, что ли? Ой, а чё она такая? Здоровая. Она что, выше этой, что ли, или что? Или тут потолок сделан ниже, я не понимаю. Тут потолок ниже. О, да, тут ниже на один потолок я сделал. Это грустно, но ничего. Я как раз хотел, блин, выше сделать потолок, а сделал ниже в итоге. Сейчас исправлю это по-быстрому. Не, я не смогу эти камни очень долго ломать. Где угля блин... накрысить? Где угля? У меня в шахтах сейчас накрысить. Нет ничего. А ты недалеко не уходил. Мне надо очень глубоко спускаться, чтобы уже что-то взять. Мы все обкрысили уже. Фу. Сейчас, подожди. Успокойся. Кирилл. Упс. Успокойся. Далеко. Да не надо лезть в шахту. Подожди, там очень-очень далеко. Ты сдохнешь там сам, понимаешь? Ты даже не пополнил хп себе. Ты не знаешь там куда идти, чтобы дойти до безопасного места. Потому что я разбился, блин. Ты уже разбился? Да. Так ты еще жив, подожди. Чуть-чуть. Ну так а что ты не спускался нормально? У тебя нет гида, который тебя проводить может, понимаешь? Так я хардкор ничего. Только хардкор? Да. Блин, ну не надо, ну Кирилл. Будет классно отсюда воду выпустить. Подожди, не уходи. Не надо воду ниоткуда выпускать, ничего не делай. Там все продумано очень надолго, там спускаться очень долго. Я, блин, в шахте ходил очень долго, я нормальные все шахты глубокие. Еще подниматься чувак. Долго. Что-что? Подниматься еще дольше. Подниматься не дольше, подниматься как раз таки нормально. Дольше. Тебе лишь бы накрысить, блин. Ну. Что ты там делаешь? Ты что, крысишь до сих пор, что ли? Я убиваю каких-то лохов. По 10 пикселей всего лишь. Почему сразу лохов?
А сколько у тебя падает на планете? У меня там по 30 бывает. Не точно. Умник нашелся тут, блин. Да. Пиксели, ему не нравится, сколько его падает. Ну. Уже зажрался. Да? Все больше и больше. Вообще, как таким быть вообще можно? Фу. Фу-фу-фу. Не надо глубоко спускаться, ну. Подожди меня. Я уже поднимаюсь. Ты правда поднимаешься? Да. Ты не врешь? Да, я уже тут. Я уже дома. Я пришел. Это хорошо, сейчас мы идем с тобой вместе. Как в первый класс, понимаешь? Как отец и сын. Так. Блин, надо щиток где-то взять. Щиток. Кого взять? Щиток. Мой? У нас же все общее, мы можно брать. Поэтому. Сейчас ты одноручный меч скрафчу. На щиток. Сейчас. Где-то щиток, стой, сейчас я найду его, блин. Куда он пропал? Ну что, выпал, что ли? Сейчас. Не может быть, где-то щиток. Я тебе что, отдал его уже, что ли? Нет, не его нет. Он пропал, а вот он, все. На. Тебе одноручный меч не нужен, разве? Уже есть, все. Какой у тебя такой же? Ну зачем? У меня такой же, ну. Ну. Зачем ты зря взял и потратил просто его? Мне нужны будут лампы с твоего корабля еще. Возьми пока пару ламп. С моего корабля? Да. Крысы. Надеюсь, стены не придется снимать с корабля моего. Там, не, пока не надо. Пока? Ну да, пока. Совсем пока. Так. Томато. У меня томато есть. О, я могу хлебушек сделать, кстати. Ты пришел? Кидай. Сколько ты украл ламп? О, все что ли забрал? Не пожалею. Ты такой вот щедрый. Нормально так. Хотя мне не очень нравится. Вот так пойдет, короче. Что ты делаешь там? Совсем ничего. Вообще ничего. Не, ну серьезно, что ты делал? И даже не воевал. И даже воевал, это еще ладно, но просто не надо далеко уходить. Я сам просто еще не заходил, я хочу первый везде походить, понимаешь? А. Первый проходит просто, типа. Так. Ой, я сахар забыл положить к еде. У меня даже сахарный тростник есть, прикинь. О, кожа. Нужна кожа же, да? Да, ложи там ее. Ты увидишь, там уже можно ложить. Тут нету. А, тут есть. Ты пропустил, значит, просто. 6 кожи. Все, заборчик готов. Понимаешь, нужно, чтобы все было продумано просто. О, эти две крысы сюда прилетели. Ну, разбирайся с ними, что поделаешь. Так, у тебя слитки там какие-нибудь есть? Какие-нибудь, наверное. Или я уже поскидывался. Ну, посмотри, может, ты что-нибудь скинул, потом, если что, положишь. 40 серебра, 4 железа и 4 золота.
Ты все скинул это? Нет. Это у тебя с собой сейчас? Да, закрылся. Так надо скинуть. Сейчас. Ты ничего не забирал? Нет, только скинулся. Так, что бы мне сюда скинуть, чего на этой планете очень мало. А еще кожа. Отлично. Так. Сейчас можно будет уже в путь отправляться. Наверное, счастлив просто жесть как. Что я наконец-то, блин, одумался идти. А я пока посплю. Все, пошли. Ну поспи, ладно, до конца. Ты же должен быть фуловым, спи. Так. Так, так, так. Ох-ох-ох, у меня два стака этого моего. Моей земли. Или три даже. Три стака моей земли, слушай. Полных три. Да, 3000. 3700, если быть верным. Не, вообще, у меня сейчас 4000. 4 полных, короче, если серьезно. Сейчас я положил. Да, у меня 4 полных стака, слушай. Ужас какой. Да. Все. Все. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Все. Все. Нет времени на отдых. Нужно идти в путь. У тебя дом, кстати, такой неплохой. Единственное, что меня бесит, это вот эта стена, блин. Тут одна, а там две, блин. Ну ладно, это дело каждого. Просто с одной стороны дом типа крепче, с другой картонней. Ну прикольно сделано, пошли. С душой. Оно, кстати, все выросло. Ну не, еще не все выросло потом. Пусть еще порастет. Чем дольше оно держится, тем лучше. Так, только ты не иди вперед, ты же не знаешь, как идти. Иди ко мне. Я вперед, все. Сказал, что ты не знаешь, как идти, сам упал. Тут что, фонарика нет, что ли? Кто забрал? Ты забрал факел? Там был факел просто раньше. Нет, нет. Давай, давай, догоняй. Кирилл. Да, куда? Иди сюда, сюда, сюда. Вниз, вот. Давай, 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 давай. Че ты делал? Ты, че ты не выспался? Ты упал, что ли? Да, и не выспался. И упал. Давай сюда иди. А, так я здесь уже походил. А, ладно. Во, вот здесь бы хорошо, вот здесь. Так. Так, стоять. Крест. Ты идешь направо, я иду налево. Давай сейчас, прыгай. Нет, ты направо, я лево буду. Давай, тащи там. Он, у них много хп. Мечи очень слабые. Не, просто мечи очень слабые, по 4 дамажки наносишь. И хп. Ты чуть не сдох, чувак. Они щиток пробивают же. Крысы. Ты их тут наспавнилась. Так, не иди вперед, не иди, не иди, не иди, не иди. Сейчас посмотрим, может, что мощнее есть. Стандартный меч мощнее. Щит без полезен. Да я знаю, так, стой осторожно. Только за мной. О, там еще какой-то говно. Воу-воу-воу, это дамажит много, разбирайся с ним. Давай. О. Все, пошли. Сейчас надо юзнуть. Пошли, 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 пошли сюда. Хотя там тоже уже можно слазить. Но там очень опасно, лучше пошли сюда все равно. Это не такой опасный путь, пошли. Видишь, как тут все разрыто сейчас. Вот это я все пообрыл. Так, стой. Пошли. Так, осторожно. Вот здесь особенно. Сейчас. Так, тут там яд. Не лезь в яд, если что. Поднимайся, пошли. Так. Капсула. Там деньги, тут еще не было на самом деле. Тут везде яд, чувак. Не лезь в яд. А, тут надо проходить сейчас по уму. Вот так. Только деньги. Ну ладно, фарми деньги сколько хочешь. Блин, ничего.
Во, они сильные. Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Зачем ты меня подставил, блин? Они сильные, напали. Ты не подставил. Нет, ты меня подставил. Ты огонь на меня направил, блин. О, сука, неплохо дамажится. Меня сразу три яда дамажит, блин. Пошли. Осторожней, там яд. Блин. Ну что ты за дурак? Ну я же сказал, там. Да что ты материшься? Ну блин, я, Кирилл. Блин, сказал. Ты, я слышал, что ты сказал. Все слышали, что ты сказал. Ты можешь просто не материться? Никто не слышал. Или это настолько сложно, чувак? Ну что ты пиксели забираешь-то? Ты не слышал. О, ты сейчас сдохнешь просто. Ну. Я уже сдох. Меньше пол хп на мобов нельзя нападать, чувак. Или хотя бы за меня не вылазить. Нищ. Я на яд наступил. Ну. Что за фигня? Играю соло, все в порядке. С кем-то я начинаю сливаться. Как в тенках, реально. Я только в танки умею играть. Да. О, кстати. Как я такое проглядел-то? Ты спускайся, только не падай, пожалуйста. Там можно не падать, серьезно. Я же там не падал. Наверное. Что, наверное? Один раз только по тебе упал и все. О, тут два моба. Так, это не хорошо. Само идти. Как хорошо, что здесь два пути есть. А, нет. Нет. Нехорошо, да? Нет, это еще хуже. Ну а ты что думал? Ты просто так легким путем не уйдешь от ответственности. Такова жизнь, понимаешь? Не, я лучше их сразу сломаю, потому что эти фигни очень опасная штука. О, кстати, серебро здесь у меня. Ну, серебро, походу, увезли сейчас много этого серебра, кстати, вот реально. Лучше, он уже не нужен нигде, поэтому его много. О, нет, нет, нет. Синие крысы, иди отсюда. О, да. Тут сильные только вот те. Блин, как бы так-то объяснить, какие. Который и напал, ну, на тебя там. Огнем. Нет, не огнем, нет. Там другой есть, который этими валит. Штуками такими. Типа, много плюх вылетает с него, пулемет такой. Вот ты сейчас на меня, походу, его скинул, или он сам упал, я не знаю. Фух, я чуть не сдох, у меня аж это, у меня аж сердце стало. Где ты там? Уже скоро. Или нет? Только по квадратным блокам сейчас прыгаю. Это уже далеко где-то. Давай быстрей. А, уж. Все, я уже там, где умер. Что-что? Я уже там, где умер. О, хорошо, я сейчас буду там, значит. Так, так, это наверху, значит. Наверху, наверху. Вот, синяя крыса. И зеленая крыса. Ой. Я чуть-чуть выше, ну ты видишь, где я. Там потом увидишь проход, я поставил новый, короче. Я просто в эту сторону шахты не ходил особо. Вот ты, я вижу тебя. Иди, я тебе нормальное оружие дам. Иди сюда, Кирилл. На, поднимайся ко мне. Ты тут? Тут, тут. Сейчас, вот я тебе туда кину внутрь. Классно вообще кинул, да? Сейчас я уголек соберу, мы все собираем, тоже не забывай об этом. Точнее, у меня же тоже надеюсь, ДПС. Так, не в ДПСе дело, альфа. Я этим оружием всех раздаю, там не в ДПСе дело. Смотри нижний параметр, дэмэг персвин, короче, который нижний, это самое важное. Так, сейчас я тут просветлю. Там еще это есть деньги, короче. Воу-воу-воу, там сейчас польется вода, чувак. Чуть-чуть. Все, где ты там? Котяр, иди сюда. Крысу, иди сюда, иди, иди ко мне, пошли. Да, деньги-то крысу. А, ты деньги хочешь закрысить? Говнюк. Они не развиваются. Ну, отлично. Пошли. Давай, пошли за мной. Вот там железка, кстати, я его пропустил. Так. Так сильно увидел сундук и пропустил железка.
Так, там еще одна железка. На том оба сам не иди, ты просто сдохнешь. Я там денежки увидел. В куче. Там моб сверху упал. Это опасные, вот эти опасные белые. Видел, у тебя домашка сразу 12 выпала? Видел? На моей планете по 15 кидают. Так, стой, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Пополни хп в начале. Все, молодец. У меня домашка, ну скорость очень маленькая, короче. Так. Угу. Так, я лезь вверх, это забираю. Да зачем ты передо мной поставил? Ну Кирилл, ты специально? Да. Че ты вниз полез, ну? Что я упал. Ставь нормально. Чуть-чуть себе там поставь и все, вот, молодец. А то ты как Криса, реально. Совсем чуть-чуть. Сейчас, тут есть железо, иди ко мне. Там, вон, рядом железо, смотри. Там что золото, ты... золото, золото. Золото, точняк, ну ладно, тогда не надо тебе тогда. Вообще, у нас же все общее, ты ж помнишь. Стой, стой, стой. Ты бинтик юзнул? Мне нету. Братан! Давай, стой, стой, стой. Вот эту штуку надо полностью разнести. О, это же канализация. Да, я же ее надо полностью разнести. Если я не ошибаюсь, тут еще мобы какашечки, да? Ну их не было в этой канализации, их не жаль. Было. Но я знаю, эти какашечки. Они очень сильно бьют. Меня били. Они ваншотят. Так, мне надо будет скоро отходить уже. Ну, ничего страшного. Ты не уходишь спать, надеюсь, сегодня, как школьник? Ну, не знаю, уже 11 часов по Москве. А когда ты уходишь спать? Ну, через часик. Точно. Это плохо, Кирилл. Ты ломаешь все, ты куда ушел? Меня скрысили. Тебя убили? Со спины крысы. Че, правда убили, чувак? Ну, это говно, которое... каким-то огнем. А, это огнем говнофигня. Да, это очень опасная штука. Ну, мы, если что, еще намного дальше прокопали. Я вообще вышел с другой стороны этой шахты, короче, вообще. Но самое главное, здесь же шахта филить, понимаешь? Огненные, кстати, если на них нападать, они тебя не трогают. Значит, он был до этого раздамаженный. Потому что по мне что-то как-то напал. Крыса. Так, надо канализацию разграбить все уже. Реально, а ты где, кстати? Так это крыса меня убила. Еще раз тебя убили? Да как так-то? Я же днище. Ну не, ну ты же шаришь, ты же хорошо играешь, ты же даже воруешь хорошо. Ну, что мне подсказывает, что ты единственное, что хорошо делаешь. Мне тоже что-то подсказывает, что это ты единственное, что ты хорошо делаешь. Кстати, правильно тебе что-то подсказывает, вот реально, так интуиция, походу, у тебя развита. Надо угля где-то наворовать. Зачем тебе биоуголь, скажи? Чтобы полететь на другую планету и все разгромить. Нет, не так, надо лететь. Да не получится у тебя это сделать, во-первых. Понимаешь? Блин, я тебе отдал очень хорошее орудие, блин, это грустно. Ну так оно мне все равно не помогает. Оно тебе нравится? Я все равно вздыхаю. Мне нравилось мое прошлое оружие. До вайпа. До вайпа всем нравилось прошлое. Конечно. Оружие. Мой пистолетик. Сколько ты потом соло еще играл, говнюк? Много. Да я понял. Но если 6000 пикселей на фарме. Там оно 6000 ни о чем не говорит. Где ты, Кирилл?
Тут я, тут. Так, надо будет уже заканчивать. Я могу засейвиться в земле, интересно. О, я вижу золото внизу. Ты где там? Каких-то кузнечиков убиваюсь. Хватит уже умирать, чувак. У тебя хоть какая-то броня есть? Да. Ну так а что ты умираешь? Не понимаю, что ты не можешь эмоционально играть? Потому что... Тут очень много угля, чувак. Что, опять сдох? Как так? Не надо улетать на другую планету, если что. Пока все здесь не раз... Нет смысла лететь на другую планету, потому что ты ничего не получишь от того, что ты там разграбишь, понимаешь? Сейчас нужно реально фармиться, чтобы становиться лучше. И в этом реально есть смысл. Не то, что раньше. Раньше в этом не было смысла. Раньше просто можно было летать и грабить совсем стандартным. Да что ж ты тогда мажешь много? После того, как я эту наложку босса убил. Мы с Саньком тоже наложку убили, кстати. Я ж не крыса, я ж в одиночку. Честная ПВП же. Ну так, там планеты это уровня Б. Так там, я уже, по-моему, говорил. Что 20... А что планета уровня Б? Почему? Там вроде максимальный уже 20 уровень планет. Так там... А, ну да, ну такая это гамма еще есть сектор. Ну. Ну это еще. Третий уже. Там нужно было робота собрать, да, из него что-то вылетит. Ну да. Так вот на этом 19-20 уровнях меня с полным сетом брони просто даже защитом убивали с одного раза. Ну ты говорил уже, да, говорил, да. Ну а что ты хотел? Да щит сейчас не тащит. Так нет, это не сейчас, это до вайпа. Когда он до почти вайпа, там уже 10 уровень пробивают щит свободно. Так, ладно, все, я сейчас заканчиваю. Забираю последнюю медь и заканчиваю. Не хочу никого разочаровывать, но такова жизнь. Все. Александр нажимает Save and Quit. And заканчивает сервер. И опять сдох.